Всем привет! Меня зовут Каролина, и мы продолжаем исследовать токарный мир. Сегодня на обзоре JVL-405. Если пропустили предыдущие видео, ссылки в описании. А сейчас расскажу про эту мощную модель. Поверхность основания шлифованная. Обрабатываемый диаметр над станиной 254 мм. Расстояние между центрами в 405 мм. Но благодаря заранее подготовленной площадке есть возможность установить удлинитель станины и увеличить расстояние до 1000 мм. Имеет большой вес и мощный однофазный мотор, благодаря чему работает без вибраций. Подручник плавно перемещается, устанавливается точно и крепко, затягивается эксцентриковым механизмом. В отличие от моделей других производителей, подобных вещей после установки подручника вы не обнаружите. Это новая модель из класса профессиональных станков. Улучшению подверглись все узлы и детали. Станина массивная, жесткая, выполнена из чугуна. Удобный флажок вкл-выкл, быстрая регулировка задней бабки, надежные фиксаторы, клинья для расклиновки и точной фиксации станины. Это фишка только профессиональных токарных станков. Дополнительные фиксаторы подручника. Для выбора скорости шпинделя меняется положение поликлинового ремня, удобный доступ к регулирующим компонентам. Всего 6 скоростей работы. В комплект входит 2 упорных центра, подвижный и неподвижный, план шайбы, 4 ключа, толкатель и очки. Веса в этом малыше всего-то 46 килограммов. Обладает асинхронным мощным двигателем. Работайте с удовольствием, а мы все для этого обеспечим. До новых встреч, не забудьте подписаться.